Солнце, Отец наш и наш Господь, животворящая сила! Животворящая сила! Слава тебе, беспощадная, сжигающая презренных! Сжигающая презренных! Неверных, больных и слабых, во имя жизни красивых! Во имя жизни красивых! Прими нас с любовью к тебе приходящим, и завтра взойди над миром! И завтра взойди над миром! Меня зовут Алаф, мне 19 лет, я девственник. Мой отец переписывает книги законов. Я помню, мне 18, тоже не виден, отец солдат. Thank you.
на свои плечи тяжести счастья продолжения жизни. Ибо ни одна травинка не взрастет без солнечного луча. Вы чисты. Вы чисты из чистых. Именно поэтому вы здесь сегодня. Я кланяюсь вам, уходящим завтра к солнцу. Эту ночь вы проведете здесь. Отъединенные от суеты мира, вы будете молиться нашему великому солнцу. Сможете узнать друг друга получше. Ибо как братья и сестры пойдете завтра в этот путь. Мы оставляем вас одних. Никто не достоин находиться с вами здесь сегодня. Хочет ли кто-то меня о чем-то попросить? Нет? Ну что ж, тогда... Когда это случится? За час до рассвета. Еще? Есть просьба. Я слушаю тебя. Передай наш привет всему народу. Исполни это непременно. Еще? Ну что ж, тогда мы покидаем вас. Оставайтесь с миром, дети. И проведите радостно эту последнюю, самую великую ночь в вашей жизни. Правильно. Надо только, чтобы ножку подвинуть.
не смог. Не смог чего, отче? Принести себя в жертву солнца? Да, ну, то есть, если бы у него сломался нож или еще что-нибудь случилось? Тогда другие лишили бы его жизни. Лишили бы. Ну, а если бы это был как раз последний? Если бы все остальные были уже мертвы, тогда он взял бы нож своего товарища и убил бы себя сам. Вдруг бы этот нож сломался? Отче, но это невозможно. Осталось бы еще 6 ножей. Ну, а если бы все себя не сломали, что было? Солнце не допустило бы этого. Вдруг бы это произошло, ну... Тогда... Тогда? Тогда солнце бы не взошло! Откуда ты знаешь об этом? У жрецов это записано.
Ну, а если они ошиблись в записи? Я не понимаю, к чему он это все говорит. Что это, Крис? Неужели ты не веришь жрецам? Но как можно проверить их слова? Их слова не нужно проверять. Им нужно верить. Верить. А если все было не так? А как? Ну давай, расскажи нам. Если жертвы не приносили сотни раз, а солнце все равно восходило. Разве такое может быть? Конечно же нет. Жертвы нужны. Оно любит нас тогда, когда любим его мы. А если оно плевало на наши жертвы? Что такое он говорит? Ты сказал... Плевало? Да! До час до восхода. Ну вдумайтесь же в смысл. Значит, главное, это восход, а не смерть восьмерых. Значит, восход, это то, что постоянно. И оно произойдет в любом случае. Отец рассказывал мне, что по ту сторону гор существуют народы, которые никогда не приносили такой жертвы. А солнце и у них восходит каждый день. Тогда зачем нас убивать? Зачем? Убивать? Да как ты смеешь называть так окончание земной суеты? Тебя лишают временной жизни, чтобы ты приобрел вечную. Ты будешь лучом солнца, рукой нашего Бога. Жрецы выбрали тебя из миллиона других. И ты не понимаешь этой чести? Как смеешь ты смущать неуверенных? Как смеешь не верить жрецам и солнцу? Да, мы все слышали про народы, живущие по ту сторону гор. Знаем все об их нечести. Но неужели ты не понимаешь, что солнце терпит их ради нас? Я не верю, что кто-то может этого не понимать. Да он просто боится, вот и все. Неправда! Я не боюсь! Но это бессмысленно! Бессмысленно наша жертва? Негодяй! Ну, дайте, не понимаю! Неправда! Я все понимаю! Ваша жертва напрасна! Ваша? А твоя, Крис! Ты что, хочешь избежать смерти? Нет, но я пойду на нее как пленный раб. Надо подхватить за и все рассказать. Он просто заблуждается. Тем более во всех заблуждениях пусть разбирается жрец. Погоди, Лилия. Погоди. Если мы сейчас позовем жреца, это будет позором для всех нас. Позор, позор. Положим, мы выйдем. Седьмой с нами будет другой. Люди уже знают наши имена. Среди нас объявился предатель, значит, мы тоже. Это великий позор! Скажи, что нам делать, Алав? Я? Что нам делать, Крис? Не знаю! Почему выбирать дебин? Кто-нибудь хоть раз задумывался об этом? Это невыносимо! Замолчишь ты, отступник! А что пусть скажет? Ну и почему? Потому что тот, кто хоть раз пробовал любить, никогда не скажет им рад. Неправда! Правда. Потому что это самое большое наслаждение. Наслаждение? Погоди, так ты лгал, что невинен? Я правду говорю. Но ведь каждый из нас испытывал это во сне. Он искушает нас. Да заставить его замолчать. Черт с вами.
Верьте во все, что хотите, я больше ни слова не скажу. Посмотрите, что я нашла. Гребень. Такой дорогой. У меня такого никогда не было. На нем, кажется, чье-то имя. Лида. И имя красивое. Вы девушку принесли в жертву? Да, это наша сестра. Сейчас она уже стоит перед солнцем. Постойте, братья. Кажется, я вспомнил это имя. Но ведь она была проститутка. Опомнись, Гобер. Что ты такое говоришь? Я клянусь, я не слышал это имя сотни раз. Но разве такое может быть, что речь принесли в жертву? Она была чистой. Чистой? Ты так уверен в этом? А теперь спроси-ка у нее. Меня? Что спросить? Спроси. И она вам расскажет, кто была Лида. Ты ее знала? Она жила неподалеку от нас. Она была. Кобин сказал правду. Кажется, не знаю. Да, правду. Баб, что они такое говорят? Погодите, братья и сестры. Этого же не может быть! Не могли же принести в жертву блудницу! Не могли? Ты так уверен в этом? А теперь спроси-ка у нее, откуда она знала о ней? Он снова искушает нас. Погоди, а откуда ты ее знала? Мне рассказывали о ней. Кто? Мой брат, старший брат. Ну, ты доволен? Она лжет. Нет. Ты лжешь. Нет. Она лжет. Нет. Лжешь. Она подруга ей. И тоже. А ты знаешь, что бывает за клевету? А вы проверили. Ведь это не сложно. Проверить-то, конечно, можно. Он лжет, Гина. Да, да, я чиста перед солнцем. Ты не боишься проверки? Разденься. Надо, прошу вас. Разденься, тебе нечего бояться. Я не могу, ведь мне стыдно. Мне нечего бояться, мы все братья и сестры. Нет, пожалуйста, прошу вас. Да, придется. Нет, пожалуйста, не надо. Сказано вам нельзя.
мы расскажем только ему. Что скажешь? Вообще-то это не положено. И вы ответите, если не позовете. Перед кем? Уж не перед тобой ли? Как ты смеешь, животное? Ты разговариваешь с бессмертными. Расскажи мне это завтра, после рассвета. Подай жреца. Много восходит здесь всяких. И что будет, если каждый станет помахать Нане? Тоже мне избранники. А если бы были попроще, может, и не шли бы, как овцы под нож. Да заткнешься ты или нет? Каждый день. И мир, как видишь, стоит. То есть
солнцу безразлично, как жили мы здесь? Думаю, нет. Но оно молчит. А будет ли молчать наш народ, если дать ему хоть малейший повод усомниться в порядке вещей? Нельзя дать ему такой повод. Верно, мы изменили закон, но мы никогда, никогда не изменим обычай. Теперь мы уйдем. Но что я вам посоветую, дети? Оставьте свои сомнения. Проведите радостно эту последнюю ночь. И не сердитесь на меня за то, что я открыл вашу тайну. Зато теперь вы знаете друг о друге. Это поможет вам преодолеть страх. Ведь умирать всегда страшно, я знаю. И главное, помните, что эта жертва необходима. Необходима! И солнцу, конечно, но в первую очередь всем нам, кто остается жить. А потому ваша жертва не бессмысленна. Больше не беспокойтесь. И ужас, мне кажется, что после смерти пустота, больше нет.
есть. И мы в этом сами скоро убедимся. Конечно. Все мы знаем, что там жизнь. Солнце справедливо. Да, все это ужас. Твоя вера слаба. Верно, но ведь у них людей вера еще слабее. Жить им еще страшнее умирают. Да, очень. Я завидую тебе. Ты должен поверить крепче. Я рад это сделать, но как? Как? Помни, что вообще это не бессмысленно. Конечно, не бессмысленно. Thank you.
щенки, молоді, горді щенки. Я так і знав. Thank you.